На этом уроке мы еще немного поговорим о букве «хамза». Буква «хамза» – необычная буква. Это заключается в необычном написании. Часто она пишется на подставке. Подставками для этой буквы могут выступать буквы «элиф», «вау» и «е». Посмотрите и запомните варианты написания буквы «хамза». «Хамза» на строчке, на «элиф», на «вау» и на «е». А еще есть вот такая подставка. Она напоминает перевернутую галочку. Пишется она вот так. Запомните, если вы видите «хамзу» на одной из этих подставок, и если вас спросят, какая это буква, то вы ответите, это буква «хамза». Это не «элиф». «Элиф» здесь просто подставка, а читать мы будем букву «хамза». То же самое и с остальными подставками. Это не «е», «е» всего лишь подставка, а читаем мы «хамзу». Это не буква «вау», а «хамза». Буква «вау» в данном случае подставка. На этом пока завершим. Теперь вы узнали много интересного о букве «хамза» и ее подставках.